Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как истребить всех клопов. Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, особенно если вы подпишитесь на Яндекс.Дзен канал, в описании будет ссылка. Хочу сразу сказать вам о самом лучшем средстве. Я вот три назову их сперва. Это Бутокс, Авалон и Палач. Бутокс лучше, дешевле и, ну, просто его еще не было лет 5, его, говорят, не выпускали. А потом последнюю версию слышал, что, говорят, на экспорт просто отправляли. Поэтому я на своем канале показывал про Палач, про Авалон препараты. Да, они неплохие, но у Бутокса старая история. Поэтому, я же говорю, его используют в промышленных целях. На кошарах, в базах обрабатывают коровники, где бараны живут. Короче, курятники, ну, птичники, я имею в виду, лосеводы, кровососущих. Очень много там видов, я всех даже их не знаю. Я знаю, что вот этим, как мне рассказывали, что этим бутоксом все обрабатывает, и он уничтожает наповал их всех. Поэтому для него клоп, так скажем, вообще не проблема. Потому что у него большой спектр у ботокса. Одной ампулы на 30, из практики на 30 квадратов хватает. Обрабатываете. И повторную обработку вы проводите уже через 2 недели. Ну, это как обычно. Потому что из яиц вылупится молодняк, и чтобы его уничтожить. Чтобы, как говорится, спать спокойно. Подписываемся на канал. Всем желаю счастья. Всем пока.